Вот уже несколько недель Роман Костомаров находится в больнице в коммунарке. Фигурист по сей день не может самостоятельно дышать, а осложнения все не отступают. Недавно стало известно, что из-за длительного подключения к аппарату и ЭКМО у спортсмена начала развиваться гангрена. Плохая работа мелких кровеносных сосудов сыграла злую шутку, первыми пострадали пальцы ног. Ампутировать отмершие ткани доктора побоялись, было решено дождаться хоть каких-то улучшений и попробовать справиться с поражением без операции. Однако теперь пришли новые тревожные новости. Некоторые СМИ со ссылкой на собственный источник в больнице сообщают, что среди докторов обсуждается необходимость более масштабной ампутации. Костомаров может лишиться ноги до самого колена, поскольку гангрена продолжает распространяться. Тем не менее, решение о хирургическом вмешательстве все еще не принято. Медики опасаются, что находящийся в тяжелом состоянии Роман Сергеевич может просто не пережить операцию. Тем временем говорят, что поражена уже большая часть ноги чемпиона, развился некроз стопы и сепсис. Роман Костомаров продолжает оставаться под ИВЛ, за ним круглосуточно наблюдают врачи. Родственники фигуриста хранят молчание и разнообразные слухи не комментируют.